В Западно-Казахстанской области будут устранять посредников на пути от производителя к потребителю. Об этом сообщил аким области Гали Искалиев в ходе актива, посвященного обсуждению послания президента. Одна из основных задач, стоящих сегодня перед администрацией каждого региона, это предотвращение возникновения инфляции. Сдерживание инфляции – важная задача, стоящая сегодня перед правительством и каждым регионом страны в отдельности. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сдерживания роста цен на социально значимые товары. Это действие социальных мини-маркетов и проведение акции «Час пик» в отдельных супермаркетах и рынках города, где в будни с 9 до 11 товары должны отпускать по ценам без надбавки. Одной из важных наших задач является устранение ненужных посредников, о чем тоже президент в своем послании сказал. Сейчас это работа вместе с правоохранительными органами проводится. Уже есть определенные результаты, которые показывают, что на пути от производителя до потребителя у нас имеются посредники, которые фактически не вносят никакого вклада в правильное ценообразование продуктов. Пандемия наложила негативный отпечаток на все сферы жизнедеятельности, в том числе и бизнес. Чтобы экономика не пришла в упадок, необходима государственная поддержка в виде налоговых отсрочек, а также моратория на проверку малого и среднего бизнеса. Со следующего года предусмотрено освобождение от корпоративного подоходного налога для реинвестирования этой суммы в производство. Особое внимание президент уделил системе здравоохранения. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для этой сферы. Сегодня по достоинству необходимо оценить труд медиков, борющихся за жизнь людей. Определенным достижением в медицине стало то, что Казахстан, наряду с применением российской вакцины «Спутник Ви», выпустил свою вакцину «КазВак», которой сегодня заинтересовались и другие государства. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.